Давай! Эй! Эй! Постой! Стой! Отдай! Выбрали что-нибудь? Да не выбрала. А, даже не знаю. Может, как всегда? Креветки на гриле и крем-суп из брокколи? Это брокколи. Хочется, знаете, чего? Вот, ну, тут много чего хочется, но нельзя. Тогда попробуйте наш новый десерт от шеф-повара. Черничный. Вкусный. Mm-hmm. Торт. Mm-hmm. Шеф-повар сделал. Mm-hmm. А мне нельзя, я худею. Стойте! Давайте ваш черничный. Но сначала брокколи и креветки. Понял. Кать, что случилось? У тебя телефон вне зоны. Украли. А потом он замахнулся ножом. Кошмар. Я упала и вот. Просто 33 несчастья. Помнишь, про меня мама говорила? Помню, помню. Девочка, беда. Да перестань, ты уже давно не такая. Кать, а может, тебя хотят убить? А? Ну а что, твой отец был губернатором. Ну да, столько лет прошло. Да просто я схожу с ума. Да нет, тебя действительно хотят. И я знаю, кто. Генка. Нин. Что Нин? Ну не он это. Да как не он? Ну Катя, ну открой глаза. Вы до сих пор официально еще в браке. А он спит и видит, как твою шикарную квартиру оттяпать. Ну Нин, ну что ты говоришь такое, Нин? Я знаю, ты его терпеть не можешь, но Гена, он безобидный. Безобидный? Тебя у дома чуть не пришибло раз, в машине тормоза отказали два, наверняка Гена с ним что-то нахимичил. Вот он вот этот вот с ножом, сумку украл три. А в сумке что было? Ну, кошелек, телефон, ключи от квартиры, ключи от комнаты родителей. А в комнате родителей что? Документы на квартиру. Вот, Катя, значит, надо ехать срочно и проверять, на месте ли документы. Давай, давай, давай. Постой, ну что за ерунда какая-то? Да ну не способен Гена на такое. Да, зато это его Илона очень даже может быть способна. Спасибо. Спасибо большое. Кать, ну послушай, пожалуйста. Катя, ну Катюш, ну как можно быть такой рохлей? Ну папа с мамой как в детстве на помощь не придут. И Глеба тоже рядом нет. Нина. Катя, что случилось? Ты что он нам сделал, а? Давай играть. Катя, а кроссовки где? Дай пас. Кидаю. Все, моя очередь. Посиди тут, ладно? Эй, спортсмены! Ой, смотри! А ну стоять! А ну стоять! Я это Пляскин придумал! Пляскин? Ты, значит, тут главный, да? Ой, да ладно, не имеете права. Ты сделал? Угу. Достал быстро. Понял? Глеб Петрович, приехали? М?
Да, хорошо, Юр. Ты езжай обедать, я позвоню. Угу. О, Глеб Петрович! Мое почтение, инвалидина. Наша вам кисточкой. Можно к вам, бояриня? Проходи, проходи. Кто это меня встречает? Кто это меня встречает? Скользко. Толик, проходи. Иди встречай. А кто Инди, это? Инди. Кто это большой бежит такой? Кто это? Толик. Здорово. Инди. Здорово. Кто это такой? Инди. Ну-ка, ну-ка, живой. Собака. Молодец. Толик, иди. Солянку будешь? Инна сама готовит. А ну-ка, фу. Место. Когда от солянки от вашей отказывался? Ну, хорошо. Ну, вы же меня не на солянку пригласили, наверное. Неужели появился просвет в делах с питерской таможней? В том-то и дело, что нет. Опять, понимаешь, затыкать за этого нового начальника. А у меня сейчас времени нет. Мне в Москву лететь, ну ты знаешь. А не странно, что он на контакт не идет? Темная лошадка. Знаешь что, вот ты этим вопросом и займись. Да, если, конечно, что, то... Ну, не знаю, сигнализирую, я буду звонить тогда Августу Романовичу. Хотя, честно говоря, не хотелось бы. Сам понимаешь, птица высокого полета. Сделаю все, что в моих силах. Сделаешь? Буду стараться. Саш! Да? Глеб, руки мойте и к столу. Идем, идем. Сам-то как? Сына часто видишь? Да, как обычно, наскоками. Алена вечно на взводе. Угу. Ну, в общем, чем дальше, тем хуже. Ну, ничего, ничего. Будет им твоей улице брать. Проходи. Ин, да. Готово все? Ну, конечно, готово. Накрывай в гостиной. Ваш десерт? Спасибо. Угу. Не обманул торт. Супер. Катюш, ну попробуй. Не, не хочу, спасибо. Ты же худеешь. Да. Но у меня есть уважительная причина. Какая? Ты меня сейчас убьешь. Мне Дима звонил. А ты? А что я? Я дала понять, что прекрасно живу без него. Нин, зачем ты вообще трубку взяла? Ты что, забыла уже, сколько из-за него слез пролила, что ли? Не забыла. Дура я, да? Да не ты дура, это он непорядочным оказался. А еще он сказал, что соскучился. А Галина Юрьевна сказала, что если она увидит, она его с лестницы спустит. Что, прям так сказала? Угу. Не везет нам с мужиками, да? Не везет. Нин, не расстраивайся ты. Рудольф! Да? Принесите еще торта. Два. Хорошо. Да, я худею. Этот торт низкокалорийный. Владик, ну! Чтоб тебя! Давай аккуратненько, ладно? Влад! Осторожней, Влад! Ты же не дрова грузишь, ну! Да у него там одни тряпки. Так, мы с тобой ничего не забыли, а? Наташа, успокойся, что ты нервничаешь-то? Да ты знаешь, что мне Никас голову оторвет, если мы что-нибудь забудем. Вот куда ему столько? Куда? Это первые гастроли Никаса в Питере. Ой, с собой даже бабы столько не набирают. Тебя забыли спросить. Подожди, я должна проверить. Так, розы в пепле, я не твой, лунный сон. Ну прекрати! Слушай, а что, лунный сон, это где он, это самое? В инопланетянина переодевается? В какого инопланетянина? Это маленький принц. Мал принц да вонючий. Ну перестань, Влад. Никас очень одаренный, очень красивый, очень талантливый человек. И многие от него без ума. Тощий, мерзкий. У него голос бабий. Прекрасный у него голос, унисекс называется. Какой унисекс? Наташ, ты че? Когда мужик на бабу похож, это называется ошибка природы. А наш – точная ошибка, я тебе говорю. Да.
как хорошо, что тебя такого умного с нами не будет в Петербурге. Правильно про тебя Хелен говорит, что ты не способен на глубокие чувства. Все тебе хихоньки да хахоньки. Да-да-да-да. Вот поэтому тебя жена и бросила. Да, конечно, именно поэтому. А нашей крокодилихе-то ей все видно. Она-то все у нас знает. Она на детей как на ужин смотрит. Я позавчера сам видел. Ну давай закругляйся уже. Ты все посмотрела, все проверила. А то не полетит ваш багаж в Питер и будет наш талантливый плясать на сцене голенький на радость поклонникам и поклонницам. Не пугай меня. Схожу в гримерку, еще раз все проверю. Ну так беги быстрее. Да. Можно я костюмы проверю? Входи. Так. Ты все проверила? Да. Иди давай. Добрый день, Раиса Ильинична. Здравствуй, Катюш. Раиса Ильинична. Что? У меня сумку украли. Вы, слушайте, надо в полицию. Нет, не нужно в полицию. Нет, не нужно в полицию. Мне бы только слесаря вызвать, иначе без ключей в квартиру не попасть. А так Гена дома? Да? Да. Но, может быть, лучше в полицию? Нет, не нужно. Не нужно. Спасибо большое. Спасибо. Привет, любимая. Привет. Проходи скорее, у меня для тебя сюрприз. Гена? Ген, ты где? Ну что ты, мне не рада. Да. Неожиданно как-то ты здесь так редко появляешься. Ну, обними хоть мужа-то. Садись. Присаживайся, давай. Что? Я дизайн-проект сдал. Вот решил с тобой отметить. Поздравляю. Ну что так грустно, Кать? Почему? Я очень даже рада. Тогда давай выпьем за мои дальнейшие успехи. Ну что ты такая смурная, Кать? А с коленкой что? Да ничего страшного, упала. Ген, ты пей, я пойду. Подожди, Кать, ну как же с мужем поговорить за жизнь, планы его узнать? Ты что, съезжаешь? Ну ты же знаешь, мне некуда идти. Ну, Кать, подожди. Я поживу у тебя еще недолго. Но я не так много прошу. И потом, я все-таки твой муж. Я за тебя переживаю. Ты здесь совсем одна. Ну, да еще и в таком состоянии. Да со мной все в порядке. Катя, я понимаю. Тебе здесь все напоминает о родителях. Но вы же часто сюда приезжали, к дедушке, когда ты маленькая была, да? Но надо жить дальше. Кать, давай сходим к психологу. Я договорюсь.
Хорошо, я подумаю. Ну подожди, ну а тортик поесть? Я же старался, выбирал. Ну не хочу, Ген. Боишься, что отравлю? А когда-то ты мне доверяла. Замуж вышла. Я, конечно, понимаю, это все был порыв. Я же не дурак, Катюш, ну переживала из-за несчастной любви. Да не было никакой любви. Ни несчастной, ни счастливой. А мне все-таки кажется, что они должны встретиться. Ему сейчас не до этого. Да? У него дел будет выше крыши. Давай, давай. Ну, а вдруг это шанс? Потом он знает ее с детства. Вообще-то, она замужем. Ты видел этого мужа? Типичный Альфонс. Интересно, Глеб знает, где Катя живет? А, он же возил поступать ее в Питер. Саша. Любимая моя. Да ты интриганка? Да. Я интриганка. Пойдем. Толик! Толик, ты замучил дядю Глеба. Иди. Собака лицом. Иди. Отдай. Так, все, все, все. Хватит, хватит. Документы возьми. Он меня не замучил. Мы съезжаем. Держи. Иди, Толик. Свои иди документы. Ко мне, ребенок мой. Глеб. Так. Глеб. Мяч возьмите. Ну, Глеб, мне с тобой поговорить нужно. Давай, поговорим. Слушай, ты помнишь Катюшу Мухину? Помню, конечно. Она же на глазах у меня выросла. Только мы лет 10 уже как не виделись. Я звонила ей совсем недавно. Она чем-то расстроена. Мне кажется, что у нее не все в порядке. Что-то случилось? Не знаю. Волнуюсь. Может быть, ты с ней встретишься и узнаешь, как у нее дела? Конечно. Ну, отлично. На, держи свои документы. А это Катин телефон. У тебя не получается. Да ну у тебя как будто получится. Видишь? Не щит. Дай сюда. Еще раз такое повторится. Сразу звони мне. Не буду. Они и так думают. Раз я дочь губернатора, значит ябеда и стукачка. А я не ябеда. Ну, папу с мамой мы действительно беспокоить не будем. За руки гребут. Чего ты отбираешь? Все остальное можешь говорить. У тебя не получается. Главное, помни. Все, дай. Дай. Что бы ни случилось, ладно, я рядом. Ну вот. Готово. А то мне как Раиса сказала, что, мол, Катюша хочет деньги за слесаря отдать. Ну что, я прям даже обиделся. А соседи-то на что, а? Спасибо вам, дядь Витя. Да не за что. А может, чайку? Не, спасибо, я пойду. Вы меня очень выручили, дядь Витя. Ты, если подумать, чего надо, так ты не стесняйся, звони. Хорошо. Спасибо еще раз. Да ладно. Но меня ты не могла попросить. Да я не хотела тебя отвлекать. И зачем тебе комната родителей? 100 лет была заперта, а тут вдруг понадобилось. Хочу кое-какие фотографии с мамой и папой найти. Ну-ну.
Я же вам уже все объяснила. Эти пункты контракта не меняются. Я поняла. Да, он сможет у вас выступить 15 числа. Но, безусловно, у нас есть райдер. Я вам его вышлю. До свидания. Ну что? Все погрузили, отправили. Ну, хорошо. Угу. Хоть одну проблему решили. Не, ну нормально. Вы что, охренели? Под форты. Я что, много прошу? Я вам деньги плачу. Из грязи тащу. Я что, сам должен эти ботфорты на себе переть? Никас, успокойтесь, пожалуйста, мы все решим. Чего ты решишь? Чего ты решишь? Ты вообще знаешь, что это? Это Италия, ручная работа. Я их из Флоренции на вытянутых руках вез. Простите меня, пожалуйста. Ты уволена. К черту! Хелен, ищи новую костюмершу. И еще. От меня и гастроли, я никуда не еду. Никас, но у нас же контракт. Ты реально что-то не понимаешь. Я без этих ботфорт не смогу исполнить «Розы в пепле». Че? Понимаешь? Это его главный хит. «Розы в пепле». В пепле. Слышь, а что, нельзя просто в чемодан запихнуть эти сапоги, а? Я тебе сейчас запихну! Хелен, признайся уже, ты специально находишь таких дебилов, чтобы они мне мозг ели, да? Никас, я вам обещаю, вы больше их сегодня не увидите. Не надо, он тебя уволит! Ладно, не трону я его. На, попей. Ты что? Это же Никаса вода. Да бери, я тебе говорю. Она же бешеных денег стоит. Обойдется как-нибудь, надержи. Ладно, спасибо. Не за что. Хоть бы меня не уволили. Наташ, хоть ну бы... что, мазохистка, что ли? Я не понимаю. А? Где я теперь такую работу найду? За такую работу надо зубами держаться. Мне все девчонки завидуют, что я у Никаса. Ну, достижение, Наташ. Ну, прям достижение. У Никаса она. Хочешь, я тебе скажу, почему он сегодня такой злой был? Потому что родился он таким. Он сегодня с утра спонсору своему звонил, а тот сбрасывал. Никас очень орал, а потом стал звонить его секретарше, а та тоже не соединила, вот он и бесится. Спонсор, видимо, разлюбил нашего пивона вот этого. Чё ж делать-то теперь? Ботфорты, наверное, придется продавать, чтобы с голоду не сдохнуть. Да ладно, он одаренный очень. Да что ты говоришь, да? Ну, ранимый. Ранимый? Да дурка по нему плачет. Я не знаю, как ты, я буду сваливать от него. Сваливать от Никаса? Угу, от самого Никаса, представляешь? Видал я его гробу в белых ботфортах. Я туда добавила ликер, как вы любите. Горячий. Ну, что с ботфортами будем делать? М? Упакуем в чехол, разложим на заднем сиденье автомобиля, и Влад отвезет в Питер. Ты сказала, что его там не будет. Я это быдло видеть не могу. В Питере у вас будет другой водитель. А Влада я буду гонять по мелким поручениям. А не проще его уволить и взять глухонемого? Ну вы же знаете, что Влада прислал спонсор. Поговорите с ним, может быть, он его заменит. Как вы меня все достали? Чтоб сюда нос никто не показывал, пока я не позволю, ясно? А ботфорты? Головой отвечаешь. Вода как вода. Вы с ума сошли? Что? Эту воду ему из Франции самолетом доставляют. Каждая бутылка пол вашей зарплаты. Что вы говорите? Она, наверное, молодильная. А может, она с Виагрой? Значит так. Ты сейчас тихо, как мышь. Подними.
поднимешься в гардеробную, найдешь там льняной чехол и бережно, как ребенка, уложишь в него ватфорты. И разложишь на заднем сиденье автомобиля, понятно? Ремнем безопасности еще можно пристегнуть. Что? Да ничего. А вы? А я? Отвезете это в Питер. Сейчас, что ли? Сейчас. И аккуратно разложите в номере Никаса. В какой позе? Что? В какой позе прикажете разложить? Ваше хамство достало. Вы знаете, я за эту работу не держусь. Но пока вы здесь, будете выполнять то, что вам скажут. Слушаюсь. Глеб Петрович, вы не волнуйтесь. Нам 10 минут осталось. Скоро будем в аэропорту. Хорошо, спасибо, Юр. Не отвечает? Да, здесь на трассе всегда связь плохая. Да? Ладно. Привет, Улон. Я узнал, где Катька документы прячет. Наконец-то. А где она сама? Да только что свалила куда-то. Так забирай документы. Да не могу я. Она перепрятала их в шкаф и ключ с собой забрала. Что делать? Ген, сделай уже что-нибудь. Алло, Илона. Надо было еще дольше, Наташ. А то ведь я не тороплюсь, подумаешь, ночь ехать. Имейте в виду, в Питере загулять не удастся. Я прилечу завтра утром, и для вас найдутся поручения. Я не сомневаюсь. Ну все, уложил уже. Ага, счастливого пути. Спасибо, спасибо. Подождите! Катюша, что опять случилось? Это уже не смешно, Нин. Что? Меня сейчас чуть кирпичом не пришибло. А Гена где в это время был? Дома. Дома? Он сегодня вернулся. А я предупреждала. А что он говорил, как себя вел? Он странный какой-то был. Шампанское принес, все меня уговаривал выпить вместе с ним. Да ты что? А потом опять просил остаться у меня, пожить еще какое-то время. Пожить какое-то время, говоришь? Значит так, Кать, остаешься у меня и подаешь на развод. Нечего больше тянуть. И кирпич, Кать, это точно его рук дело. Да.
Открой. Тут как тут уже, не успел приехать. Да иду я, иду. Привет, котенок. Привет, мой хороший. Я сегодня прилетаю. Правда? Да. Тебя встретить? Не надо, я возьму такси. Значит, завтра увидимся? Конечно, увидимся. Где и всегда. Но мне пора, до завтра. Ладно, пока. Целую. И я тебе. Пока-пока. Yes! Что ты провалилась? Как это все поместится в твою новую комнату? Если бы ты меня слушал, давно бы Катькину квартиру прихватил. А там места на все хватит. Господи! Ты документы достал? Я же тебе объяснял, она их перепрятала в шкаф. Копии ключа нет. Пока. Да и потом, какая разница? У меня там даже доли нет. Тесть, сволочь, подсуетился с брачным контрактом. Любой нотариус согласится переоформить документы. Ну, за определенную сумму, конечно. А Катька твоя не от мира сего, она и не узнает. Нет, Илона, подделывать документы как-то сомнительно. Ну, продолжай тогда стращать ее кирпичами и надеяться, что она сама придет к психиатру с подозрением на манию преследования. Крокодильчик, давай уже признаем, что твоя идея с пуганием оказалась неудачной, а время идет. Ну, мы же до этого не знали, где лежат документы на квартиру. А теперь знаем. И ничего не мешает их сегодня же забрать и переоформить. А если Катька в психушке, никто не догадается, что они были другие. Ну, как она туда попадет? Да еще так быстро. Ну, ты же сам говорил, что после смерти родителей Катя невменяемая. Да? Ну, нужно же помочь бедняжке. Да? Да. А кто это сделает лучше, чем заботливый муж? Скажешь врачам, что она кусается. Мне кажется, если я скажу Генке про развод, он обидится. Ну, нормально. Ты его в своей квартире терпишь и еще будешь о его чувствах думать, Кать. Ну, как ни крути, Генка меня спас. Угу. Лапшу он тебе на уши повесил. Чтобы в губернаторскую семью войти. Это хорошо твой папа тогда уговорил брачный контракт подписать. Давно бы твою хату бы продал. Ну, пусть и так. Все равно я ему благодарна. Жалко, нет человека, который бы... пинок под зад твоему Генке дал. Ты права. Нет такого человека. Поезд в Санкт-Петербург, Светлоярск, прибыл на третью платформу, правая сторона. Повторяю. Поезд в Санкт-Петербург, Светлоярск, прибыл на третью платформу, привет. Правая сторона. Ой, простите, пожалуйста. Да ничего страшного, бывает. Екатерина Анатольевна. Да. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Виктор. Я новый начальник охраны вашего отца. А где Глеб? Уволился. Чуть больше месяца назад. Идемте. Мы все не понимаем, почему ты так резко ушел. Он практически был членом вашей семьи. Знаешь... Вот на это наверняка была какая-то веская причина. Конечно. Большой оклад.
Кать, ну ты чего? Ну а что? Кем он у нас был? Начальником охраны. Ему предложили работу поинтереснее. Да вообще мы ему надоели. Ну откуда ты это взяла? Ты не можешь так судить. Я могу так судить. Галина Юрьевна. Да? Вы не могли потише, пожалуйста, уберите пирожки. Я вам 10 000 раз говорила, что я на диете. Тебя скоро из-за швабры видно не будет. Угу. Ешь, я тебе говорю. Очень смешно, из-за швабры. Вот так живу, Катя. Кормежка, нотации. Ну, конечно. Я же теперь враг номер один. Потому что бывший ее нарисовался, она и уши развесила. Не нарисовался. Я с ним пару раз по телефону поговорила. Вот. Ты же говорила один. 3, 4. Это мое дело. Ой, дура, ну, девки. Да. Ты думаешь, он трезвонит, потому что соскучился? У него такой голос, там такая тоска. По квартире твоей он тоскует, которую с дуру тебе оставил. Теперь опомнился. Решил вернуть. Да он широкой души человек у меня, Дима. Какая квартира? Какой же твой? Он давно у другой бабы живет. Или это я тоже придумала? Нина. Нин. Ну, Галина Юрьевна, любя, Нин. Любя. Ой, дуры девки. Ну, она же волнуется за тебя. Все, хватит, Катя, пошли, нам еще телефон тебе покупать. Конечно, пойдем. А то как я без связи? Добрый вечер, Глеб Петрович. Рад вас снова видеть. Здрасте, Анечка, взаимно. Так. Как долетели? Спасибо, хорошо. Ваш номер на 6-м этаже. С видом на набережную. Спасибо, очень приятно. Всего доброго. На сегодня все. Я домой. Завтра закончу. Что ты решил с документами? Ну, допустим, я заберу ключ, заберу документы. А если эти твои люди стукнут куда следует? Нет, ну должны быть другие варианты. Да, они есть, но тебе не понравится. Ты что, с ума сошла? На меня же первые подумают. Не подумают, если сделать все с умом. Илона, ты даже не начинай. Надо успеть, пока вы женаты. Нет. Тогда документ. Крокодильчик. Все будет хорошо. Ты у меня умница. Я у тебя красавица. Мы все победим. Мне пора. Ты куда? Домой. Документы попробую забрать. Не забудь, завтра днем грузчики, нужно будет помочь. Ну, конечно. Пожалуйста, ваш кофе. Спасибо.
Ниночка, ну что ты за мной из магазина потащилась? А вот вдруг сейчас Гена здесь стоит в арке и тебя поджидает? Нет, никого, шучу. Придумаешь. Слушай, свет не горит. Может, он у Илоны ночует? Да не, вряд ли. Она сейчас переезжает, да и негде там. Может быть, он у твоего соседа Кулебяки. Да ладно. Что ему там делать? Как я понимаю, Илона там выставляет свои работы. Да? Кулебяка помогает ей найти покупателей. Но Генка любит быть в кругу богемы. Подожди. Так получается, они постоянно тусуются в моей парадной? Катя! Катя! Подожди. Так получается, они постоянно тусуются в моей парадной? Ну... Катя! 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 Здравствуй, те, Катя. Здравствуй, те, Глеб. Офигеть! Вы в порядке? Да, я в полном порядке. Да в каком порядке? Это же детектив с покушением. Какой детектив? А это Ниночка, подруга. Она часто в Сатоярске у нас гостила. Здрасте. Я вас помню. Я вас тоже помню. Мы на «ты» были. А, да? Какое покушение вы говорите? Да какое покушение? Вы что, сами не видели? Это наверняка ее муж. Нина! Что? Ну, мало ли, может, какой-нибудь пьяный. Ну, всякие здесь экземпляры бывают. Ах так? Хорошо, Катя. Тогда сама разбирайся. Иди за своими документами, я тебя здесь жду. Глеб Петрович, вы извините меня, пожалуйста. Мне, правда, нужно еще домой заскочить. Я была рада вас видеть. Спасибо огромное. Ну, я вас провожу. Да, правда, не нужно. Ну что, я сама о себе не могу позаботиться, что ли? Ну, перестаньте. Да и мне будет спокойнее, если я доведу вас до квартиры сам. Что вы? Правильно, правильно. Как раньше? Как раньше. И каким ветром к нам? В командировке, по делам. Кстати, от Инны Васильевны вам привет. Инны Васильевны? Ну да, вы же теперь у Ястребова работаете. Сначала у папы, теперь у другого губернатора. Что ж, Инна Васильевна, привет. Кать. По Светлоярску не скучаете? Нет. Нет? Старый вокзал снесли. Зато аэропорт построили. Правда? Да, кстати, прямо из Светлоярска прилетел к вам.
Катя, мне кажется, или ваша подруга за вас переживает? Может, проблемы какие-то у вас? Ну, с мужем. Нет, у меня правда все в порядке. Извините, Глеб Петрович, мне пора. Кать, я просто вас набирал пару раз, и ваш телефон не отвечает. А у меня новый номер. Да? Может, я запишу? У вас прежний? Да. Тогда я скину вам СМС. А у вас что, сохранился мой номер? Приятно было повидаться. Алло. Алло, здравствуйте. Оля, доброе утро. Вы мне звонили. Да, договаривались с вами сегодня созвониться. А, вы Звоницкий. Да, тот самый, Глеб Звоницкий. По поводу... Да, по поводу оборудования. Да-да-да, я помню. Ну что, Вадим Григорьевич, подтвердил нашу встречу? Пока нет. К сожалению. Его сегодня весь день не будет в офисе. Вы позвоните мне завтра, утром. Ну, может быть, появится какая-то информация. Ладно. Да, Александр Петрович? Привет. Ну что, как наши дела? Когда на таможне? А прямо сейчас. Ну, я так понимаю, что про Генку ты ему ничего не рассказала. А что я должна была рассказать? Что у меня мания преследования? Что ты считаешь, будто Генка хочет меня убить? А доказательства? Да он подумает, что я сумасшедшая. Вот скажи, а вчерашний наезд для тебя не доказательство? Ну хорошо, даже если так, и что? Глеб бросит все свои дела и побежит искать преступника? Ой, а что искать преступника, когда преступник живет в твоей квартире? Нин, ну с чего ты взяла, что Гена к этому причастен? И потом, мы с Глебом давно уже чужие люди, и я сама во всем разберусь. Слушай, ну ты сама мне всегда говорила, что Глеб является в твоей жизни, когда тебе действительно нужна помощь. Это было в прошлой жизни. В общем, я звоню Диме, пускай он сам разбирается с твоим мужиком. Ну, любой повод. Ищешь, лишь бы Димке позвонить. Худеем. Ну-ну.
Еще один маленький кусочек. То есть мои пирожки? Так Галина Юрьевна Яндети. А как вот эту гадость? Простите. Вы хорошо выглядите, у вас бусы красивые. Ну вот. Теперь только шопиться, да? Иначе стресс не снять. Ну, кстати, мы с тобой как раз идем по магазину, но завтра выходим в свет. Так, я об этом ничего не знаю. Ты что, у меня же два билета на припать Никаса. А это кто? Как ты можешь не знать? Это сейчас самый модный певец. Знаешь, что я придумала? Я с ним познакомлюсь, сделаю с ним селфи и димкат. Ревности умрет. Сколько вас можно ждать? Вещи в номер отнесите. Никс, когда будет? Завтра. Машину куда прикажете подать? К трапу? Может, дорожку ковровую постелить? Вы когда-нибудь угомонитесь? Вы знаете, я фанат Никаса, и я просто таю от него. Где вас только спонсор нашел? Откуда вы такие беретесь? Ну, оттуда, откуда и все. Хотите, я вам в деталях объясню? Обойдусь. Вы Ботфорта доставили? Вы знаете, я так оголодал по дороге, что пришлось их загнать по дешевке. Как я устала от ваших шуток. Да все в порядке с вашими Ботфортами. Уложил их в номере, укрыл одеялком, спел колыбельную, спел спокойным сном. Здрасте. Приветствую вас. Проходите, пожалуйста. Спасибо большое. Сейчас вы мне не нужны, можете идти обедать. Потом будете внизу, на случай, если что-то понадобится. На случай, если что-то понадобится, я могу быть у себя в номере. Не расслабляйтесь, телефон не выключайте. Да, и лучше вам заказать фастфуд, чтобы явиться по первому зову. Фастфуд вреден. Я думаю, что вам уже больше ничто не навредит. Вообще-то мы договаривались, что я отвезу Ботфорта, и все. Если вам что-то не нравится, звоните спонсору, увольняйтесь. Я не сильно расстроюсь, Никас, думаю, тоже. Мне кажется, что я вас с Никасом обрадую гораздо раньше, чем вы думаете. Зря вы приехали. Я же вам говорила. Спасибо. Вадим Григорьевич сегодня не будет. Ситуация ведь иногда меняется, Оля. Может, и мне сегодня повезет? Не повезет. У него дела вне офиса. Оль, вы даже не представляете, какие... злые обстоятельства меня к вам... Извините. Злые обстоятельства меня к вам привели, Оль. Ну, наберите вы личный номер Вадиму Григорьевичу, пожалуйста. Я не имею права тревожить его без повода. Почему без повода? А я? А я разве не повод? Спасибо за кофе. Все, что я могу сделать, это предложить вам оставить документы здесь. Вадим Григорьевич вернется, изучит их и вам обязательно перезвонит. А давайте так. Я вам оставлю свою визитку, а вы меня наберете, как только появится Вадим Григорьевич. Оль, я в долгу не останусь. Все вы так говорите. Жду звонка. Спасибо. Может, все это здесь оставим? Ты с ума сошел? Это мои ранние работы. Представляешь, сколько за них дадут лет через 50? Не представляю. Я не доживу. Хватит ныть, тащи.
Да все равно все это не поместится в твою новую комнату. Если бы ты не был таким идиотом, было бы куда поместить. Ты опять? Ну я же извинился. Крокодильчик. Я вся на нервах из-за этого переезда. Ну, осталось совсем немножко. А у меня для тебя сюрприз. Кулебяка пригласил нас в гости. Говорит, что одна очень-очень крупная компания ищет самого крутого специалиста по рекламе. А кто у нас самый-самый крутой? Понял. Алло, Оля, вы мне звонили? Да, это Ольга, секретарь Вадима Григорьевича. Да я вас узнал, вы что? Очень приятно. Вы не представляете, как я рад вас слышать? Я по поводу вашего дела. Я весь в волнении. Вадим Григорьевич сможет принять вас завтра в 9. Но только у меня к вам одна просьба. Вы, пожалуйста, не опаздывайте. Он ужасно этого не любит. Ну что вы, Олечка, буду как штык. Ну, договорились. Надеюсь, вас тоже увидеть и угостить кофе. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну, это так, на память. Ну, хорошо, что все это время был рядом со мной. Ты мне очень помог. Я бы сама не справилась. Экзамен ты сама сдала. Я тут ни при чем. Ну и потом. Это моя работа. Значит, только работа? Кать! Кать, у тебя сейчас начнется яркая жизнь. Угу. Представляешь, институт. Угу. Новые друзья. Угу. Кать, иди сюда. Кать, послушай. Да не будешь ты скучать по дядьке, который все время тебя контролировал. Заканчивается посадка на поезд Санкт-Петербург, Светлоярск. Отправление с пятой платформы, левая сторона. Ну что? Ну давай прощаться. Я понимаю, тебя там ждет семья, ребенок. Я буду очень скучать по тебе, Глеб. Заканчивается посадка на поезд Санкт-Петербург, Светлоярск. Твой поезд. Отправление с пятой платформы, левая сторона. Повторяю. Заканчивается. Кать! Катюш, смотри! Ты чего? Кто звонит? Глеб? Ну так возьми трубку. Ну возьму, и что будет? Слушай, может, он звонит, потому что он жить без тебя не может. А жену и ребенка он куда дел? А вот ты сейчас узнаешь. Отвечай. Алло. Да. Катя, день добрый, это Глеб. Послушайте, мне показалось, что вчера мы как-то толком не поговорили. Катя, у вас все в порядке? Да, Глеб, со мной все в порядке. Вы зря беспокоитесь. Может, сегодня встретимся? А то когда я теперь в Питере буду? Я боюсь, что не получится, Глеб. Я очень занята. Да? До свидания. Катя, ну ты нормальная? Нина, уймись. Встретиться он со мной хочет только потому, что это его Инна Васильевна попросила.
У нас с ним ничего не могло быть. И быть не может. И вообще это все детские фантазии. Что это? Пух. Подушки в президентском номере набиты утиным пухом. Я вам писала, что у Никаса аллергия. Прошу прощения. Мы сейчас все исправим. Будьте любезны. Да, Наташ. Так нет его нигде. Что делать-то? На звонки не отвечают. Мы с водителем уже час в машине дожидаемся. Кого нет, кто не отвечает? Ты о чем? Так Никаса нету! Прекрати истерить. Я разберусь и перезвоню. Ну, как? О, класс! Как бабуська. Ну, ты же на припати идешь, а? Ну, откуда я знаю, как туда одеваются? Туда одеваются ярко и сексуально. Давай сумку, иди, мерь. Да, Катя? Алло, Глеб, здравствуйте. Это Нина, подруга Кати. Леся? Леся! О! Ах так! О, ты носишь мой подарок? Приятно! Да, эта сумка очень удобная. Это сам Кулебяка на заказ сделал, ручная работа. Здорово! А ты надолго? А я на пару дней. По делам у тебя повидать. Ну и как твои дела? У меня нормально. Ой! Ой, ну у тебя как? Ты развелся? Не получается пока. Жена не дает развод. Бедный ты мой. Но я уверен, что мы совсем справимся. И нас уже ничто не разлучит. Какой ты романтик. Жалко, я тебя не встретил раньше. Все было бы иначе. Но ведь ты встретил. Мне же пора. Как? Уже? Ты меня подвезешь? Нин, слушай, а тебе не кажется, что так оно... Да, бывший муж. Нин, ты где? А? Чего ты там делаешь? Я ничего, я вещи выбираю. Тебе, кстати, идет очень. Ты что, смеешься, что ли? Правда, очень хорошо. Абсолютно дурацко сказать. Я лучше себе джинсы выберу. Алло, Катя чуть не спалила. Я понял. Так что вы говорили про ее мужа? Он хочет избавиться от нее, чтобы забрать себе ее квартиру. Почему вы так решили? Доказательств куча. Ну, просто поверьте мне на слово. Пожалуйста, не оставляйте Катю. Но она отказалась со мной встречаться. Она так сказала, потому что думает, что Нин. Вы... Так, слушайте, в общем, мы сейчас в бутике на Невском. Нина. Скоро будем в кафе на Боголюбова. Пожалуйста. Нин. Катя, очень нужна ваша помощь. Она никогда не признается в этом. Да-да-да. Слушай. А? Ты по телефону, что ли, разговариваешь? Да, с Галиной Юрьевной вот разговариваю, рассказываю ей, что мы тебе вещи выбираем. Знаешь, Галина Юрьевна не поверила, что это тебе. Ну еще. Что не подошло, да. Я понимаю, что это не принято, но мне нужно знать, если он появится. У вас есть номер моего телефона? Да. И смените, пожалуйста, постельное белье. Он спит только на итальянском. Хорошо. Да ладно! Здорово! Здорово! Ты как здесь? Еще один мохито, будьте добры. Да, конечно. Слушай, ну я, наверное, так же, как и ты, по делам. Ты где сейчас? В Светлоярске работаешь? Да, в Светлоярске. Помощником у Ястребова. Ты же вроде не пил. Да я и сейчас не пью. Так, просто безалкогольный. Я же на работе. Здесь, у пивона одного. На побегушках.
не нравится. Ну, слушай, как тебе сказать? По деньгам нормально все, а... Ну, в общем, увольняться хочу. Так, может, давай к нам в Светлоярск? А что там? Вакансия освободилась, начальник охраны. Ваш мохито. Спасибо. Слушай, а что, надо подумать? Давай, только быстрее думай, место хорошее. Давай, за встречу для начала. Кто вам разрешил пить на рабочем месте? Так в конце рабочего дня глоточек хотите? Я вам хочу напомнить, что у вас ненормированный график. И пока вы находитесь у меня в подчинении, вы будете делать то, что я вам скажу. Так, да вы что? Не буду вам мешать. Звони вот. Давай. Созвонимся, увидимся. Рад был увидеться. Да, я тоже. Береги себя. Давай, давай, давай. Позвольте вас спросить, а что случилось? У Никаса сапоги проснулись? Если еще раз я увижу, что вы пьете на работе, я свяжусь со спонсором. Вам повторить? Такой же? Да, будьте любезны, такой же. Безалкогольный. Прошу. Спасибо. Может, я все-таки подожду? У меня здесь важная встреча. Я правда не знаю, сколько я сегодня здесь буду. Я подожду, сколько нужно. Гесь, но я правда сегодня не могу. Здрасте. Мне еще к родственникам в Гатчино ехать надо. А завтра встретимся? Обязательно. Я тебе позвоню. И спасибо за цветы. Я буду ждать. Ты об этом пожалеешь. Так мне не терпится все это одеть. Помнишь, у меня такие сережки есть? Димка мне их в Венеции подарил, помнишь? Угу. Ну вот, к ним подойдет колье. Ну, с бриллиантами. Нин, а может, домой поедем? Ну, как это домой? Ну, там Галина Юрьевна. Начнутся эти комментарии. Ну, а что, нам теперь до позднего вечера здесь сидеть, что ли? Ты кого-то ждешь? Да. Я жду, когда мне принесут мой торт. Катюш, обещаешь, что не будешь сердиться на меня? Обещаешь? Чего? Ты куда? Все. Нин. Катюш. Здравствуйте. Здрасте. Ну, хорошего вечера. Жду тебя дома. Катя. Я присяду? Да. Thank you.
Черт бы тебя побрал. Влад! Чего изволите? Отдыхайте. С вами все в порядке? Да, все в порядке. Тебе? Нет, спасибо, у меня есть. Тебе сколько сахара? Нисколько, я без сахара. Как? Я думал, как раньше, полсахарницы. Ну, как раньше уже не будет никогда. А жаль. Правда жаль? Правда жаль, Катя. Я вспоминаю то время. Вспоминаю вашу семью, ваш дом. Знаешь, иногда мне кажется, что это было самое лучшее время в моей жизни. Почему? Ну, потому что в вашей семье я был нужен. Ну, согласись, без меня бы вы не обошлись. Ну, согласись. Ну, а как же дом? Какой дом, Кать? Я работал с утра до ночи. Каждое утро лекция про то, какой я замечательный муж и отец. Ну, естественно, Алена не выдержала и подала на развод. Конфликты участились, особенно после того случая, когда я решил Сашку с собой на работу взять. Помнишь, к вам домой? Думаю, ну, хоть так с сыном побуду. Сашка с Альмой подружился тогда. Ты Альму-то помнишь? Альму? Да, да, конечно. Ты ее на улице тогда подобрала? Помню, да. Она у нас еще 9 лет прожила. Ты помнишь, чем ее кормила? Чем-чем? Пирожками. Пирожками? А пирожки мы покупали в ларьке на улице Ленина и Жданова. Угу. Точно. Да. Мы их там ели как раз-таки втроем. Ты, я и Альма. Ну, больше Альма хомячила, чем... Да. За троих. А помнишь, ты меня спросила, как тройку можно вывести из дневника? Еще ты мне про своих школьных кавалеров рассказывала. Помнишь? Да, ни Альмы нет уже, ни ларька, да и пирожков таких вкусных я больше никогда в жизни не ел. Я тоже. Ну, а сейчас как? Дома дела? Нормально. Правда? Мне пора уже, Глеб. Я пошла. Куда? Подожди, Кать, хорошо ж болтаем сидим. Да. Кать, я тебя провожу? Нет, не нужно, я на машине. Спасибо. Я тебе позвоню тогда. До свидания, Глеб. Илон. Илона. Ну, Илона. Крокодильчик, я не глухая. У Катьки мужик появился. И? И у них явно отношения. Откуда ты знаешь? Я выследил его до кафе. Она с ним сидела, ворковала. У них это давно тянется. Я у Кати в шкафу его фотку нашел. Илон, ну что делать? Хм. Я же тебе говорила, чтоб клювом не щелкал. Но ты же у нас самый умный. А теперь ступай жить на улицу. Потому что я тебя прописывать здесь не собираюсь. Илон, ну подожди, ну... Может быть, ну, можно подумать, что делать, пока еще не поздно. Ну, а что тут думать? Нужно решать вопрос. Радикально. Крокодильчик.
проваливай! Проваливай отсюда, я тебе говорю! Да ты паразит! И чтоб я больше тебя здесь не видела! Галина Юрьевна? Доброе утро. Что-то случилось? А? Гаденыш твой приходил. Твой. Генка? Хотела его с лестницы спустить. Да силы уж не те. Но пару ласковых успела сказать. А что хотел? Не знаю. Катю просил позвать. Говорит, у тебя телефон выключен. Да, конечно, у меня новый номер. А когда я его послала, ушел. Мне кажется, он приходил убедиться, что ты здесь. Понятно, все понятно. Катя, звони Глебу. Ваш кофе, пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте. Простите, не помешаю. Доброе утро. Не уверена, что оно доброе. Ну, чё же вы так? Плохо спали или явился наш звездун и начал опять изводить вас своими капризами? Когда вы закончите завтракать, нужно будет съездить в магазин, купить любимые конфеты Никаса. 4 коробки. А у него от 4 не слипнется? Не слипнется. Скажите, а вы со мной так общаетесь, потому что вы считаете, что типа выше по статусу? Ну, вы директор, а я просто водила. Еще раз повторяю, если вам что-то не нравится, можете увольняться. Вас здесь никто не держит. Ну, раз совсем никто не держит. Может, все-таки созрели на чай или кофе? Олечка, а почему бы нам не набрать Вадима Григорьевича и не узнать, отчего же он так задерживается? Ну, давайте подождем еще чуть-чуть. 45 минут уже ждем. Может, все-таки узнать, в какой пробке он застрял? Ну, поймите, у нас принято звонить начальству только по неотложным делам. А у меня как раз такое дело, Оля. Понятно. И кружил нужно вести совсем праведную жизнь. Но когда я слышу, что мне хотят запихнуть паяльник... Ну, паяльник, Василий Дмитриевич, это не ново. Это, можно сказать, ретро-стиль, винтаж. Хотя действует безотказно. Да что? Когда кто там сигналит-то? Собрать у вас коллекцию? Завтра я должен привезти ее на Горьковскую. Ко мне подойдет человек и спросит, продаю ли я столовое серебро. Я должен сказать, продаю. И пригласить его в свой магазин. Ну что, прям кино. Да. А что значит пригласить? Сказать адрес? Да. Назвать. Да? Ну так окошку-то подойди. Я тобой полюбуюсь. Посмотрю, подошел ли пеньюар. Не прогадал ли я с подарком. Подойди, подойди. А кто это? Ну ладно тебе. Кто, кто? Как будто не узнал. Муж твой, бывший. Муж? А, ну, мы с тобой год не виделись. Если что, думаешь, я тут сижу, что ли, страдаю? А почему бы нет? Что тебе нужно? Нина, я хочу пригласить тебя на свидание. На свидание? Ну, знаешь, у меня каждая минута расписана. Ой-ой, чем это интересно? А как это чем? У меня яркая, насыщенная жизнь. О, ну, может, и... К вечеру ей уже насытишься? Нет, вечером как раз у меня мероприятие, я иду на припати Никаса. Кого?
Господи, Серость, это сейчас самый модный певец. Ага, а ты его фанатка. Всегда был мужланом. Ну, если Никас модный певец, я мужлан. Ладно, прости, прости. Прости, но если он тебе нравится, пусть нравится. Давай погуляем просто. Прогуляться? Ну, прогуляться, пожалуй, можно. Я ему сейчас прогуляюсь. А ну, уезжай отсюда, паразит! А то я тебе сейчас утюг на машину скину. Понял, понял, меня уже нет. Что такое, Галина Юрьевна? В чем дело? Кстати, про икону. Вы же не против, если я покажу ее специалисту? Ну, конечно, конечно. Оля, войдите в положение. Но меня ждет курьер. Не дайте пропасть нашему бедному комбинату. Я вас умоляю. Пожалуйста, оборудование, которое мы заказали в Германии, оно огромных размеров. Мне нужно закрыть кабинет. Оно огромных размеров. Чтобы его установить, мы разобрали стену в цеху. Вы представляете, что это такое? На улице минус, на улице мороз. Я понимаю, но меня ждут. Олечка, ребята работают при минусах. Вы работали когда-нибудь при минусах? Мне нужно закрыть снег дверь. Лежит, понимаете? А я... они... Позвольте, я поухожу. Да. Между прочим, не морозостойкие, а еще устанавливать всю эту лубуду мы выписали двух немецких инженеров. Да вы, причем я они, прошу вас, мне нужно пожалуйста, закрыть кабинет. Причем они в люксах сидят, между прочим. Это не я очень, вас, не очень дешево дверь. Для комбината. Умоляю, один звоночек, один звоночек. Ну не дайте пропасть дверь. Вы двум немецким инженерам и нашему цеху. Пожалуйста, умоляю, пожалуйста. Ладно. Ладно. Да, Вадим Григорьевич, здравствуйте. Но он уже целый час вас ждет. Больше. Звенигородский. Звоницкий. Звоницкий. Разрешите, позвольте, позвольте. Алло, доброе утро, Вадим Григорьевич. Доброе утро. Я вас потом отдельно соединю. Я вас очень... Я у вас в офисе, да, намерен вас дождаться. Скажите, вы когда прибыть изволите? Я стою в жуткой пробке, не уверен, что вообще я попаду сегодня в офис. Очень много проблем. Вы знаете, у меня тоже много проблем, но... Я вас прошу, меня ждет курьер. Я вас очень прошу, но меня же уволят. Есть одна хорошая новость. Мои проблемы можете решить вы. Давайте так, оставьте документы у секретаря, я их изучу и дам вам ответ. Да что ж вы делаете, но меня же уволят, я вас прошу. А давайте так, я вам все-таки оставлю копии и вечером сам вас наберу. Я прошу. Вы меру-то знаете, мы же не в бирюльке играем. Да, это я уже понял. Пожалуйста, это я уже понял. Ну, раз по-хорошему не получается. Пожалуйста, по-хорошему не получается решить вопрос. Да. Ну, тогда, наверное, придется беспокоить Августа Романовича. Вот только не надо мне угрожать. Я же сказал, я сам с вами свяжусь. Вот и ждите. Ну вот. Ну, зато поговорили. Можно? Это вашему боссу, чтобы не скучал в пробках. Вот сюда. Ну, все. До новых встреч. Всего хорошего. Слушаю. Иван Сергеевич, здравствуйте, это Вадим. А, привет. Ну что, освоился на новом месте? Осваиваюсь, да. Знакомлюсь с людьми, изучаю документацию. Хорошо. О нашем договоре помнишь? Конечно. Люди относятся с пониманием. Единственное... Что? Меня тут один назойливый гражданин достает. Из Светлоярска. У нас 3 месяца торчит его оборудование. Я пытался его спровадить, но он Августа Романовича упомянул. Августа Романовича? Ну, громкими именами мы и сами бросаться можем. Хочет получить оборудование, пусть платит, как все. А если он не блефует и сдаст нас Августу Романовичу? Ты вот что. Назначь-ка ему встречу сегодня. 7:00. Ну, где всегда. Понял. Дальше не твое дело. Придется поучить новичка. Все, отбой.
Ну что, как пообщался с таможней? Вечером должно все проясниться, Александр Петрович. Совещание у президента прошло, так что я со спокойной душой могу прилететь в Питер. Вы мне не доверяете? Кому как не тебе. Просто хочу Толику город показать, так что не волнуйся. Мы отдохнуть и погулять. Угу. Вас встретить? Расслабься, сами доберемся. Инна забронировала номер в Англии, так что вечером увидимся. Хорошо, жду. Что должно проясниться? Все-таки вас встретить. Здравствуйте, Глеб Петрович. Это Ольга, секретарь Вадима Григорьевича. Олечка, здравствуйте. Простите, не узнал. Он готов с вами встретиться. Только давайте, чтобы не вышло, как сегодня утром. Хорошо, Оля? Вадим Григорьевич будет ждать вас в 6 в ресторане «Невский сфинкс». Я-то буду. До свидания. Ну вот, прояснилось. Четыре коробки, как велели. Теперь отправляйтесь в типографию на Морской, заберите оставшиеся афиши. И открытки с портретом Никаса. А сразу нельзя было сказать, чтобы два раза не ездить? Это ваша работа! Еще нож наточи, чтобы ему сподручнее было тебя зарезать. Господи, ну что вы несете? Ну какой нож? Пожалуйста, это вообще не ваше дело. Нет уж. Пока я рядом на пороге лягу, но тебя не пущу. Знаете что? Я вас не слушаю, потому что вы мне никто. Вот оно как. Вот так. Кать, ты слышала? На свидание к нему собралась. Не понимает, что он нехорошее задумал. Вот, Кать, вот с чего она взяла? Избавиться от нее глупый хочет, чтобы квартиру эту оставить. Ой, у Галины Юрьевны, видимо, глюки. Она меня никогда не понимала. Да? Да. А кто тебе год сопли утирал, когда твой гад ползучий ушел к другой? Во-первых, не сопли, а слезы. А во-вторых, он не гад. Спасибо. Вот зачем она так? Да. Благодарю. Всегда рад служить. Влад, это еще не все. Что еще? Вам нужно съездить на цветочный рынок, купить желтых и красных розочек. А крови молодого единорога вам не требуется? А то я сгоняю. Никас обожает, когда в его номере охапки мелких роз. Еще что? Костюмеры забыли в Москве носки 37-го размера белого цвета. Их можно купить в бутике на Невском. Думаю, вы найдете где. Разберусь. И пару ящиков минералки. Не звонил, не звонила, а тут 4 раза за 2 дня. Кать, ну что-то ведь это значит, а? Слушай, а тебе не кажется странным, что его год не было, а тут вдруг объявился? Нет, не кажется странным. Ты как Галина Юрьевна, ей-богу. Извини. На самом деле я буду очень рада, если Димка твой одумался и решил тебя вернуть. Если он даже решил вернуться, то я его немного помучаю. Пусть помучается. Ну, я тогда к себе перееду. Нет, Кать! Ты пока с Геной не разведешься, ты от меня ни ногой. Ты, кстати, Глебу рассказала про мужа? Нет. А почему не рассказала? Когда вы снова встречаетесь с Глебом? А с чего вдруг мы опять с ним будем встречаться? Он в командировке работает. Здравствуйте. Здравствуйте. Столик свободен? Да, конечно.
Здравствуйте. Вы готовы сделать заказ? Да, будьте добры, чай. Вам чайничек на одного или кого-то ждете? На одного. Хорошо. Катя, привет. Здравствуйте. Здравствуй. Дома? Нет, я у Нины. А что? Представляешь, ястребовы прилетают. Ну, подумал, может быть, поужинаем все вместе вечером. Я не могу вечером. Мы с Ниной едем на вечеринку. А сейчас что делаешь? А? Да вроде ничего. Так может, пообедаем давай? В Англии отличный ресторан. Да? В три тебе удобно? Да, я могу. Все, я буду ждать. Пока. Пока. Влад! Ты что, преследуешь меня, что ли? Да это ты меня преследуешь. Решил из шоу-биза свалить на экскурсию? Да слушай, я в Питере просто первый раз, и быть в Питере и не сфоткаться с Авророй, сам понимаешь. А шоу-биз, ты прав, это ужас какой-то. Цирк, клоунада. И сейчас знаешь, чем занимался? Я по всему городу сейчас мотался, колесил, воду ему искал, пивуну нашел. Он же у нас не все пьет. А ты что здесь? Я так, прогуливался. Ты в гостиницу сейчас? Да, в гостиницу, конечно. Угу. Поехали. Слушай, Глеб, хорошо ты мне попался. А что там по поводу работы в Светлоярске? Ну, мое предложение в силе. Отлично. Влад, время есть? Есть, а что? Нужно за той машиной проследить. Зачем? Потом все объясню. А. За ним. Слушай, значит, этот фрукт может оказаться мужем губернаторской дочки? Возможно. А может, и сообщником. Догоним, разберемся. Наконец-то нормальная работа. Черт, по-моему, он нас засек. Там проходные дворы, не упусти. Да еду, еду. Катюш, о чем мы грустим? А? А что мы сидим, такие красивые, зеленоглазые? А у кого свидание? А у кого свидание? У двух подруг свидание? У тебя свидание, у меня свидание. Катька, счастье-то какое! Слушай, я уже даже не помню, что это такое. Так вот и вспомнишь, так нужно тебе во что-то нарядить, во что-то яркое и красивое. Да, ты у меня вон как бледная моль, у тебя вон синяки под глазами. Катя! Ты должна быть в полной боевой готовности. Поняла? Думаешь? Конечно, думаю.
Это же любовь. Это любовь, Катька. Как я рада за тебя. Черт, ну вот куда он делся? Я же видел, он въезжал в этот двор. Может, ты машину перепутал? Может, и перепутал. Ну, а чего убегать так? Знаешь, я тоже убегал, если бы за мной гнались. Ладно, давай, поехали. Куда тебе там надо было? А, у меня свидание же сегодня. О, ну если свидание, тем более поехали. Давай, в луже не стой. Алло, Кирилл. Здравствуйте, это Хелен, директор Никаса. Скажите, вы сейчас в Москве? Ребенок заболел. Гулял с бабушкой, побежал за собакой, упал. Поднялась температура, скорая в больницу везти отказалась, дали какую-то таблетку и все. Да, да, я записываю как? Антонина Сергеевна, поняла. Хорошо, сейчас попробую набрать. Спасибо. Да. Можно войти? Да. Простите, что так поздно. Пробки. Все принесли? Оставьте, пожалуйста, здесь. Вы свободны. Может, я могу чем-то помочь? Я сама отнесу Никусу. Он уже приехал. Мне может помочь сейчас только чудо. Мой сын. У меня есть сын. Ему нельзя травмироваться. У него судороги могут начаться в любую секунду. Последствия тяжелых родов. Я не могу ни до кого дозвониться. Врачи все в отъезде. Алло, Дмитрий Евгеньевич, здрасте. Это Влад, да. Узнали. А, нет, со мной все в порядке, спасибо. Вашими стараниями здоровее прежнего. Тут такое дело. У друзей ребенок заболел, температурит, травмировался, упал на прогулке. У него судороги могут начаться какие-то. Ага. Сколько лет ребенку? 2,4. 2 года 4 месяца. Ага. А с кем сейчас ребенок? С моей мамой, бабушкой. С бабушкой. Спасибо большое, Дмитрий Евгеньевич. Буду должен. Я передам ваш номер бабушке. До свидания. Отправьте этот телефон вашей маме. Пусть она срочно свяжется с врачом. Врача зовут Долгов Дмитрий Евгеньевич. Спасибо, Влад. Да, не за что. Влад, только не говорите, пожалуйста, Никасу, что у меня есть ребенок. А то он меня уволит. Да не переживайте. Как, может, найдешь время, да и приедешь в город детства? Погуляем? Да нет, вряд ли. Почему? Что ты, я расстроюсь, разревусь, и воспоминания нахлынут, и я лучше вот здесь, одна. Ну, почему одна? Ну, в смысле с Ниночкой. Ну, а как же муж? Муж? Он есть, он никуда не делся. Mm.
Мне кажется, или ты что-то скрываешь? Кать, ты знаешь, что я готов помочь тебе всегда. Но чтобы тебе помочь, я должен все про тебя знать. Глеб, просто когда взрослеешь, то розовые очки куда-то исчезают, и на многие вещи ты смотришь абсолютно другими глазами. То есть тебе моя помощь не нужна? Нет, Глеб, мне твоя помощь не нужна. Ну тогда тост. За все хорошее, что было. И будет. А, то есть это правда, да? Что? Ну что, что ты по мне соскучился? Я очень соскучился. Я хочу, чтобы мы начали все сначала. А как же это твоя? Не, ну перестань, ну... Ну, мужчина это бывает. Но все кончено. Честно? Честно. Честно, честно. Да это затмение какое-то было. Я тогда устал от всего, от себя устал, а тут... А тут она... А тут она, вот. И я сам был не свой. Но это прошлое. Я хочу, чтобы мы с тобой снова были вместе. Это что, получается, ты мне сейчас предложение делаешь? Да. Вот здесь? Да, как тогда. Нет. Нет, нет, меня так просто не возьмешь. Ну, это я знаю. Нин, я серьезно, ты согласна? А ты понимаешь, что второй раз я не переживу? Да, не переживу, я сейчас пойду и в Неве утоплюсь. И ты будешь виноват, Нин. Что ты меня окончательно загубил. Так что извини, мне надо подумать. Нин! Ну, давай подумаем вместе. Вечером у тебя. Угу. Я куплю шампанское. Ну, тогда не вечером. Тогда давай ближе к ночи. Ой, прекрасная перспектива. Во-первых, потому что у меня вечером важное мероприятие. Да, я иду на припати Никаса. А, это вот этот твой типа кумир? Да, это мой типа кумир. А во-вторых, если Галина Юрьевна тебя увидит, она тебя убьет. Она теперь у тебя цепной пес? Она меня любит, она меня жалеет. А тебя считают гаденышем. Я гад. Но если больше препятствий нет, давай начнем все сначала. Подожди, у меня же Катя сейчас живет. Ну ничего, я что-нибудь придумаю. Катя, у меня в 7 встреча. Она быстро закончится. Разреши, я тебе наберу. Ну... Здравствуйте. Еще раз. Очень приятно. Влад Щербатов. Этого товарища сослуживец и давний друг. Мне тоже. Очень приятно. Что? Что? Катя Мухина. Я много лет работал у ее отца. Ты помнишь прежнего губернатора? Конечно, помню. Я буду в клубе. Кать, набери мне, когда освободишься, хорошо? Очень приятно было познакомиться. А что она ушла? Я что-то не так сказал. Влад, ты куда шел? Туда. Ну иди, Влад. Ну что? Влад, я хотела вас еще раз поблагодарить. Сын в больнице. Его осматривают лучшие врачи. Я рад. Он просто очень маленький. Мы с ним год после больницы, после родов, по больницам провалялись и... Думала, что патология не лечится, а оказывается, все лечится. Ну, видите, как замечательно. Я рад, что все обошлось. А вы ко мне приходили, чтобы о чем-то поговорить? Да я, собственно, простите, что в такой момент по поводу увольнения. Я так и думала. А вы сегодня собирались ехать в Москву? Ну, хотелось бы. Мне надо машину отогнать. Влад,
Могу я вас попросить задержаться до конца гастролей? Что на этот раз? Никас отказался петь на собственной вечеринке, закрылся у себя в номере, никого не пускает. Это, наверное, из-за цветов, да? Я ему цветы поздно привез, нет? Нет. Я сама уже не знаю, что. Я, конечно, поговорю с ним, но я вся на нервах. Ну, а кто будет петь на вечеринке Никаса? Вместо Никаса? Возможно, Семен. Какой Семен? Это певица. А, это она. У нее тоже, да, что-то там? Там с головой. Попробую уговорить ее за двойной гонорар. Вот оно как. Да. Ну что, надо ее забрать и отвезти в клуб, что? Нет. Я уже договорилась с водителем Никаса, но если вдруг что, а вы можете ехать. Спасибо. Вам спасибо. Я останусь. На ловца и зверь бежит. Ты что задумала? Пока я задумала дорого продать инсталляцию. Но ты на правильном пути, у меня есть кое-какие мысли. Я надеюсь, ты меня не собираешься втягивать в криминал? Илона! Глеб Звоницкий? Да. Катюш, Катюш, посмотри. Может, все-таки фиолетовая? Вот. Нет, мне кажется, черная тебе лучше. Слушай, а что ты так носишься? Я не понимаю. Это... Катя. Он, может быть, вернется ко мне. Насовсем? Предложение мне сделал. Снова представляешь предложение? Слушай, а как же его... Это все, с этим у него все. Он сегодня ночью приезжает ко мне. Господи, целый год я так волнуюсь, Катя. Что мне дядя, что стонет, скажи? Красная. Красная? Вот я тоже сначала думала, что красная. А потом подумала, что вот в этом вы встретите, потому что все-таки нежная. А красная – это страсть. Все-таки нужна страсть, да? Страсть нужна, ты права. Нин, я тогда после вечеринки домой поеду. А, да, хорошо. Как домой? Там же Гена. Я забыла. Это опасно. Это значит, мне придется Кать все отменить, да, с Димой? А как это вот? Я сначала его пригласила, потом продинамила. Не надо ничего отменять. Вы же договорились, ты его ждешь. Я домой поеду. Ты только запрись там на все замки. Хорошо, обещаю. И красная помада. А, красная помада. Я дура, да? Нет, ты счастливая. Я Толика с трудом уложила. Еще раз подаришь что-нибудь ему перед сном? Укладывать будешь сам? Я думал, что он полистает и уснет. Да? А он читать потребовал. Историю Эрмитажа? В этом возрасте информация укладывается мгновенно. Я не удивлюсь, если твой сын завтра нам экскурсию по Эрмитажу проведет. Да, если только что-нибудь не помешает. Странное дело. До Глеба не могу дозвониться. Он обычно сразу берет трубку. Сейчас. Ну? Что ну? Катюша тоже не отвечает.
по новому номеру. То есть ты хочешь сказать, что эти двое? Я хочу сказать, что эти двое сейчас вместе. И, надеюсь, прекрасно проводят время. Да ладно. А что ты удивляешься? Я попросила Глеба встретиться с Катей, а она была в него влюблена с детства. Мухин боялся тогда, что они сойдутся. Чего он боялся? Ну, во-первых, Глеб был женат, потом такая разница в возрасте. И, наконец, дочь губернатора и охранник. Но он же сначала просто охранником был. Мухин не был уверен, что они будут счастливы вместе. Поэтому очень радовался, когда Глеб как-то странно ушел, потом Генка появился. Кто же знал, что он Альфонсом окажется? Я рад, что эти двое нашли друг друга, но все-таки я хотел бы услышать отчет о работе. Вот завтра ты услышишь отчет о работе. Сейчас ночь. Поэтому у людей должна быть личная жизнь. Ну, прости. Прости. Смотри, очнулся. Ну так помоги ему. Как будто больше ничего. Подожди. Давай недолго. Сейчас. Любезный, будьте добры. Да, я вас слушаю. Влад, если я не ошибаюсь. Александр Петрович, здрасте. Рад видеть. Да, взаимно. Познакомься, моя супруга Инна. Влад, здрасте. Очень приятно. Только сегодня с Глебом о вас разговаривали. Сватает меня на должность начальника охраны. Ну, а ты что, раздумываешься? Да мне доработать надо здесь. Так давай, дорабатывай и к нам. С удовольствием. Кстати, ты не знаешь, где Глеб? Днем сегодня был здесь, а потом хотел встречаться с Катей Мухиной. С Катей Мухиной? С Катей Мухиной. Пойдем. Ясно, ладно. Ну, хорошо, счастливо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Пойдем. До свидания. Меня ищет. Влад, я не знаю, что делать. С сыном что-то не так. Никас, он не открывает дверь, не отвечает на звонки. Да не переживайте, выпил, наверное, лишнего, уснул, телефон съел, все. Пойдемте в ресторан лучше сходим, пойдемте выпьем. Ой, нет. Ой, да, пойдемте, пойдемте. Ну что, решились? Вы знаете, я, наверное, не буду. Мне еще работать. Вы когда-нибудь отдыхаете? Надо же отметить хотя бы один свободный вечер без Никаса. Но это очень странно. Обычно, если он истерит, то это до самого утра. То одно ему подает, то другое. Я с ним год работаю. И такое в первый раз, чтобы за весь вечер тишина. Ну, может, он действительно наклюкался шампанского и отрубился. Даже в этом случае он дал бы мне кучу поручений. Влад, простите, но я пойду еще раз проверю. Да? Если что, звоните. Да, он же должен по времени уже выступать. Меня типа ждет. Слушай, а мы же домой поедем? Ну, этого Никаса. Нет, Кать, нет. Я хочу на него посмотреть. Он такой лапочка. Ну что, ждете Никаса? Все, началось. Пошли. Нет, нет, я здесь. Нет, я не пойду. Не слышу. Да! Точно ждете? Да, уже да! Мне только что сообщили, что Никас, к сожалению, выступить не сможет. В смысле? Его рейс из Москвы задерживается. Но мы приготовили вам другой сюрприз. На сцену выйдет молодая певица Семен. Какая Семен? Ну что за дела? Ну что, он что, днем не мог, что ли, прилететь? Тем более поехали домой. Блин, ну что
Может быть, Дима ходит сейчас под окнами и тебя дожидается? Не понимаю, почему ты до сих пор не надела свой красный пиджак? А может, он не под окнами ходит? Вдруг он ждет меня дома? Он устроил мне какой-нибудь сюрприз. У него же ключи от квартиры. А тем более, поехали. Мне начинает сходить с ума, когда думаю о том, что он вернулся. Знаешь, что он мне сказал? Что? Он сказал, что эту ночь... Ну, сегодняшнюю я не забуду никогда. Так, что это может быть? Ниночка, давай без подробностей. Ну, пожалуйста. О, боже мой, простите, пожалуйста. Извините. Ну, так что? Что? Что это может быть? Я думаю, это ужин без свечи. Ужин? Да. Обязательно вино. Это символ нашего безумного времени. Здесь соединилось все. Жесткость. Ритм, грязь. Это как бы посыл всему человечеству. Мы все время куда-то бежим. Бежим, забыв о себе. Нужно остановиться. Отдышаться. Ведь жизнь так коротка, а мир так хрупок. А как вы думаете... Это будет смотреться в офисе компании по утилизации мусора? Это будет смотреться хорошо где угодно. Даже у вас на дачном участке. На моем участке фонтан с лебедями. А это украсит мой офис. В тему и с юмором. Если вы интересуетесь, у Илоны целая серия таких инсталляций. Да вы что? Это интересно. У меня целая сеть офисов по всей стране. Можно в каждой поставить такую штуку. Куда мне подъехать? Минуточку. Вы эту берете? Почему бы нет? Оформляйте сделку. Скажите, пожалуйста, а где я могу посмотреть ваши работы? Видите ли, сейчас не самый удачный момент. Дело в том, что я переезжаю на новую квартиру. И там как раз будет место под студию, где можно будет рассмотреть все детали. Необходимо какое-то количество времени, чтобы я все расставила. Недели вам хватит? Вполне. Ну что ж, в таком случае жду вашего звонка. Очень жду. Кать, только обещай, что будешь осторожна. Конечно. Если Гена будет ломиться в квартиру, то звони, мы с Димой приедем и спасем тебя. Правда. Надеюсь, до этого не дойдет. Ты вообще соображаешь? Какой переезд? Спилась. Ты как себе это представляешь? Ты думаешь, я подставлюсь? Ты думаешь, я идиот и пойду на такое? Хочешь жить на помойке? Тебя же выставят с одним чемоданом на улицу. Ты кому нужен будешь? Или ты забыл, что у Катьки жених? Ну, я пошла. До завтра. До завтра. Геночка, крокодильчик. Я скоро стану известным художником. Мои работы будут расхватывать, как горячие пирожки. Подумай, с кем ты хочешь быть? С ней? Или со мной? Пора начинать действовать. Сейчас не могу ответить. Оставьте свое сообщение, я вам перезвоню. Спасибо. Привет, Глеб. А я вот звоню, как договаривались. Но, видимо, ты занят. Ну, пока.
Босс, ну вы же сами сказали. Что я сказал? Припугнуть, а вы что наделали? Еще и в дом его притащили, придурки, мать вашу. Так что, отпускаем его или... Убирайте его отсюда. Быстро. Убрать в смысле совсем? Да, кретины, фу. Так как убрать-то? Алло? Катя, это я, Нина. Умоляю, умоляю, приезжай. Ниночка, что? Что случилось? Пожалуйста, пожалуйста, скорее помоги мне. Нин, я сейчас приеду. Слышишь меня? Нина! Никас не спускался? Нет, пока. Какие новости? Он так и не звонил. Угу, не звонил. Наверное, спит уже. Влад, а вдруг с ним что-то случилось? Он очень нервный последнее время. Слушайте, а может и... Может, он в ванной утопился? Ну да, вы правы. К сожалению, такое не тонет. Влад, сходите со мной, пожалуйста. Проверим. Мне одной страшно. Вы что, жмуриков боитесь? Влад, я прошу вас. Хорошо, идемте. А подождите, а если мы зайдем, а он там голый? Ну, он нас убьет. Подождите. Я пойду первый. Мне все равно увольняться. Давайте. Пойдемте скорей. Где же он может быть? Глубокой ночью. Ну, романтическое тайное свидание у него. Если бы он куда-то собирался, я бы об этом знала. Ну, знаете, свидание на то и тайное, чтобы никто ничего не знал. Влад, это моя работа. Успокойтесь. Загулял ваш Никас. Все с ним хорошо. Ну, нарядился и в ночное. Таким тоже иногда релакс нужен. Может, он вообще решил выступить на этом своем вечере? Как? А фонограмма? А костюмы? Тем более его водитель сейчас Семен. Может, у него с Семеном шуры-муры? Не говорите ерунды. А, вы тоже думаете, что он из этих? Слушайте. Ну, в самом деле, ну перестаньте морочить голову и себе, и остальным. Ну, погуляет он и вернется. Взрослый мальчик, я уверен, что у него в Питере есть знакомые, друзья и местечки всякие интересные, ну... Влад, знаете что? Идите вниз, от греха подальше, а то мало ли он сейчас вернется. А я еще в спальне. Тщательно осмотрю, какие вещи не на месте. Чтобы для полиции специальное описание иметь, да, на всякий случай? Идите, Влад, идите, пожалуйста. Слушаюсь. Ко мне заглядывала. Пустите меня! Ах ты! Ты что, борзел, что ли? Не трогай меня! Ах ты, скотина! Вон пошел! Я тебя сейчас... Пошел вон, я сказал! Влад, ты у меня больше не работаешь! Уходим, и ты тоже! Уходим, идиотка! Уходим. Я покажу идиотку!
А может, в реку его и концы в воду? Ты дурак? Там, во-первых, лед. Во-вторых, тебе сказали убрать, а не убирать. Сам-то понял, что делай, что тебе говорят. Да не переживайте вы так. Вы же знаете, все к лучшему. Что из-за этого урода жизнь свою тратить? Вы что, работу себе не найдете? Я как лучше хотел. Я волновалась за него. Зачем он так? Не понимаю. Ну, придурок. Просто полный придурок. Что с него взять? Молодой, ранний. Слава обрушилась. Крыша поехала, звезду словил. Ну что, не знаете, как в этом шоу-бизнесе бывает? Он же пустышка, однодневка. А вы... Вообще не понимаю, как он там оказался. Мы же с вами раз 10 его номер осмотрели. Криминальные новости. Около часа назад в подъезде собственного дома на улице Арефьева выстрелом из пистолета была убита молодая женщина Нина Альшевская. В полицию вызвали соседи, услышавшие крик на лестничной площадке. Правоохранительные органы разыскивают женщину, которая, по предварительной версии, могла быть свидетельницей убийства. Приметы: рост среднего, нормальное телосложение, темные волосы. Одета в зеленое пальто. Илон, можно я сегодня у тебя переночую? Крокодильчик, ты же видишь, у меня вообще негде. Я не хочу домой после того, что случилось. Не бойся. Езжай к себе и держи руку на пульсе. А если полиция приедет? Они же начнут допрашивать. Ну так тем более тебе нужно быть дома. Мол, ничего не видел, ничего не слышал. А если будет спрашивать про Нину, скажет, что она подруга жены. А она часто у нее ночевала, они ссорились. Илона, я не смогу. Крокодильчик. У тебя все получится идеально. Тем более, если полиция приедет, они будут спрашивать про Катьку. Ты скажешь, что та в последнее время была невменяемой, была агрессивной, у нее появилась мания преследования. Может, я останусь?
крокодильчик. Нет, ты поедешь к себе. Давай, поезжай. Поезжай. И не звони мне. Ну, Илона. Я сама тебя наберу. Идите-ка к себе в номер, немного отдохните. Нельзя же так. Если я к себе поднимусь, я усну. А вдруг ему что-нибудь понадобится? Здесь хоть как-то я могу держать себя в руках. Я вообще удивляюсь вашему терпению. После всего того, что он с вами сделал, что он наговорил вам. Жизнь приучила. Я пойду умоюсь, хорошо? Да, конечно. Это оставили для вашей дамы на ресепшене. Передадите? Обязательно, спасибо. Так а чё, Ленка не знает, что записка от Щербатова? Ну да, типа тайный поклонник. Тихо. Я сам видел, он эту записочку не подписал и так обрамки в портфеле кинул. Да ладно. Ну чё, пошли к нему. Пошли. Щербатов, у тебя с Абрамкой любовь, да? Да пошел ты. Давай, колись. Мы видели, как ты ей записочку подложил. Может, в кино после уроков пойду? Да ничего подобного. Да если ничего, докажи. Что, слабо? А? Щербатов. Давай, давай. Я так и подумала, что это ты. Я очень рада. Абрамова, ты чё? Ну, раз ты это написал, то я подумала... Что вроде как тебе нравлюсь. Ты мне? С какой стати? Абрамова, ты себя в зеркало видела? Ты мне никогда не понравишься. О, чего на уроке не был? Проспал. Про Ленку слышал? В смысле? Прикинь, Абрамка из школы свалила. Че, правда? Ее мать пришла забрать документы, а директрисе сказала, что Абрамка пыталась рвануться. И они переезжают в другой город. Почему вы до сих пор не на уроке? Звонок уже прозвенел. Вы сами идите поспите, устали. Лен, прости меня, пожалуйста. Ладно, что уж там. Квиты? Я ведь тоже была не особо любезна с тобой. А я думаю, что ты такая... Мегера... Благодаря тебе. Прости. Я ведь тогда действительно жить не хотела. А потом ничего, взяла себя в руки, подумала, гори все. Начала над собой работать. Тебя вообще не узнать. Совершенно не узнать. Мне просто очень сильно хотелось доказать тебе, что я... Что ты...
Прости, Господи, я уже сама не знаю, что. Я действительно тебя любила. Умирала просто. Ты мне очень нравилась, Лен. Но глупо звучит, но школьные годы меня бы засмеяли бы тогда, если бы я начал за тобой ухаживать. Ты мне очень нравилась, очень. Ты была ни на кого не похожа. Но дурак я был, дурак и трус. Ладно, все проехали, все в прошлом. Я искал тебя. Я тебя очень долго искал. Но тебя же нет нигде. Тебя нет в соцсетях. Одноклассники наши про тебя ничего не знают. Я вычеркнул на тот период и тех людей из своей жизни. Лен! Лена! Меня тоже? Знаешь, уже почти утро, нужно действительно пойти поспать. Сказала же, не звони. Илона, ее дома нет. Ну так сиди и жди. Илон, я боюсь. Зря мы все это затеяли. Алло, Илона. Простите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Вы мне не подскажете, в каком номере остановился Глеб Звонинский? Мы не сообщаем номера постояльцев. А если он мне очень нужен? Простите, я ничем не могу помочь. Здравствуйте. Здравствуйте. Для меня должен зарезервировать номер. Так, давайте посмотрим. Паспорт, да? Паспорт, пожалуйста. Я посмотрю. Все, я вас нашла. Сейчас вам дам ключик. Вот, пожалуйста. И вон там лифт. Спасибо большое. Пожалуйста. Господин Звоницкий отсутствует. А вы не подскажете, как долго? С вечера ушел и с тех пор не возвращался. Может, вы хотите оставить для него сообщение? Нет, нет, спасибо. Я его лучше здесь подожду. Хорошо. Здравствуйте. К сожалению, сейчас не могу ответить. Кать, простите, я не хотел вас напугать. Просто странно видеть вас в гостинице в такое время. Да, Влад, я жду. Глеба, вы не знаете, где он? Присаживайтесь. Я думал, он с вами. Нет. Он говорил, что у него какая-то важная встреча. Мы договорились созвониться, я ему уже звоню, а он не берет трубку. Что я вы? Даже не знаю, что думать. Кать, да что вы переживаете? Важная встреча, ну, бывает, затянулась, заговорились. Ну, что вы в самом деле-то? Ну да. Наверное. Вы не переживайте, Кать, все хорошо. Глеб обязательно человек, он обязательно ответит, перезвонит. Я его давно знаю. Что вы? А не хотите позавтракать? Нет, спасибо большое. Я лучше Глеба здесь подожду. Если он вдруг вам позвонит... Обязательно сообщу. Обязательно сообщу. Если что нужно, я в 715 номере. Хорошо. А сейчас здесь. Приходите. Спасибо большое. Все, до встречи. До встречи, спасибо. Не волнуйтесь.
Алло. Привет, мой хороший. Асенька. Привет. Я тебя разбудила? Нет, я не сплю, я на работу собираюсь. А, ты работаешь сегодня? Угу. А я соскучилась, хотела увидеться. Серьезно? А ты где? Через час могу быть в нашем кафе. Увидимся? Да, конечно. Все, лечу. Здрасте. Звоню, звоню. Ошиблась, дамочка, я не Глеб. Я что, не туда попала? Может, и туда. Но подойти он не может. Только я не при делах. А что с ним? Ты живой вроде? Ну, похоже, давно лежит, как бы не окочурился. А где он? Так это... Слышите меня? Где он? Скажите мне, я вас прошу. Ишь ты, прытка. Я вас умоляю, назовите адрес. Информация это денег стоит, сечешь? Только я за бабками не поеду, вдруг ты полицию натравишь. Так что сама думай, как из положения выходить будем. Слушайте меня внимательно. Я вам обещаю, если вы мне не скажете адрес, вас найдут и посадят. Ну, это, парк на набережной знаешь? Да. Мост пройдешь, так вот под мостом он там и лежит. Только это, я телефон себе возьму и деньги тоже. За гражданскую сознательность. А ты поторопись, а то он синий какой-то. Еду. Давай. Номера соседние. А еще мы с тобой посмотрим Мадонну Литу. Помнишь, про Леонардо да Винчи читали? Им. А? Вы езжайте в Эрмитаж без меня, прости, ради бога. Я должен разобраться, что происходит. Санечка, а ты уверен, что нужно звонить Августу Романовичу? Уверен. Надоела эта чертовщина с таможней. Сроду такого не было, чтобы Глеб молчал. Ты думаешь, с ним что-то случилось? Надеюсь, что нет. Но мы должны быть готовы ко всему. Ну, прости. Идите. Звони. Хорошо. Давай мне книжку. Пойдем. Ответь мне. Глеб. Глеб. Катя.
Слава богу. Живой. Глеб, ты встать можешь? Да. Давай, я тебе помогу, хорошо? Ты просто обопрись на меня и давай мне руку. Давай, вот так. Вот. Ну. Молодец. Ну. Все. Катя, раньше я тебя спасал. Мы это потом обсудим. Как ты меня нашла? Мне помогли. Один добрый человек. Правда, он взамен забрал твой телефон и деньги. Да, все правильно. Лимузин к трапу, президентский люкс. Всего хорошего, до связи. Ну? Что теперь со всем этим делать, если он со мной даже не разговаривает? Лен, а что с этим делать? Он же тебя уволил. Плюнуть и забыть. Я веду все его дела. Лен, это больше не твои проблемы. Ну, сколько можно ему сопли потирать? В конце концов, его концерт пусть сам и думает. Меня больше всего напрягает, как мы с тобой не заметили, что он в номере. А я тебе скажу, как очень просто, его там не было. А по соседству с Никосом живет девка. Ну, ты ее видел, наверное, такая... И что? И то, что они живут в соседних номерах и едят одни и те же конфеты. И что? Да, Лен, ну что? Эти конфеты, между прочим, не так просто достать. Я их, знаешь, по каким магазинам выискиваю, и стоят они, между прочим, огромных денег. Послушай, если человек может позволить себе остановиться в Англии, он может позволить себе любые конфеты. Леночка, слишком много совпадений. Каких совпадений? Я думаю, что Никос проводит у этой девки ночи. Этого не может быть. Да почему не может? Ну, всякое бывает. Ну, шампанское, конфеты. Слушай, меня не интересует его личная жизнь. Сейчас важно разобраться, что мне делать дальше. Плюнуть на все это и уехать в Москву. Я так не могу. Да потому что... Добрая. Вот добрая, Лен. Хорошо, я поговорю с ним еще раз и решим. Так, цилиндрик металлический. Это тушь для ресниц? Нет. Так, футляр от зубочисток. Холодно. Сдаюсь. Помада. Да? Ген, ну давай без поддавков, ты же сразу все понял. Я просто хотел, чтобы тебе весело было. Ну хорошо. Но теперь серьезно, ладно? Ну ладно. Так, следующий предмет это... Давай. Гена! 3 месяца таможня наш груз держит. Мы уж и звонили, и писали. Бесполезно. Я отправил своего помощника разобраться. Проверенный человек, в органах служил. Так он пропал, как в воду канул. Последняя надежда на вас, Август Романович. Помогите. А может, он загулял, твой помощник? Не тот человек. Ему ядерный чемоданчик доверить можно. Да? Ну, смотри. Пригласи-ка сюда этого нового начальника таможенного. Как его? Вадим Григорьевич. Вадима Григорьевича. Немедленно. Ага. Спасибо. У вас гостиница замечательная просто. А можно еще разочек вот на фоне красоты вот этой? Давайте. Давайте. Так, я уже все? Очень понравилось. Я был неоднократно.
Я родителей хочу просто привезти в Питер, вот, и они Питера ни разу не видели. Скажите, пожалуйста, у вас есть смежные номера? Да, конечно, у нас все люксы соединены с соседними. Как раз на тот случай, если постояльцу понадобится больше пространства. Шик! Подождите, пожалуйста, скажите, а на всех этажах такие номера есть? Да, на всех этажах все одинаково. Спасибо большое, пожалуйста. Обязательно приедем. Мы обязательно будем вас рады видеть. До свидания. Только осторожненько. Тебе точно не больно? Нормально все. Пройдет. Садись. Садись. Так, я сейчас посмотрю, что у меня есть. Нужно, наверное, обработать как-то. Она постоянно кровоточит. Что, пластырь или... Наверное, сейчас я посмотрю. У меня должен быть... И обезболивающие, наверное, какие-то нужно. Есть у меня. Сейчас, секунду. Кать. Кать, телефон. Ответь, пожалуйста. Алло. Кто это? Звоницкий. Так это ты? Да я же тебя на куски порежу, тварь! Вадим Григорьевич, это вы? Глумишься, мразь! Ты мышь, я тебя не достану! Да я тебя из-под земли! Ты меня слышишь? Ты... Откуда твой телефон знает начальник питерской таможни? Телефон Ниночки. Хорошо. Откуда телефон Нины Вадима Григорьевича? Димка? Это бывший муж Ниночки. Мне позвонили вчера домой. Я сразу же приехала. Телефон лежал около нее и постоянно звонил. Ну, я взяла его, не знаю, почему я его взяла. Куда приехала? Нину. Нину убили вчера ночью. Так, остался последний предмет, и это? Так, опять что-то металлическое. Пудреница? Нет. Ну тогда это... А, знаю, такой набор косметики дорожный. Не угадал. Ну что тогда? Готовальня. Гена. Ну, сдаюсь. Леденцы? Угу. Никогда бы не подумал. Теперь, кажется, все. Может, я тебя провожу? Нет, если родственники увидят, начнутся расспросы. Ну все, пока. Пока. Уезжай уже, недоумок. Привет, Илона. Где тебя носит? Дома сижу. Сеть просто пропала. Катька не появлялась? Нет, и я не знаю, где она. Ну так позвони, узнай. Надо забрать ее телефон. Зачем? Ты дурак. Им же может заинтересоваться полиция. Черт. Совсем забыл. Пока. Ясно. У тебя помощник пропал, а у таможенника жену убили. Не странно. То есть вы думаете, что это мой Звоницкий? А что я должен думать?
Ты сам сказал, что прислал его разобраться. Да разобраться с делами, с документами. Мы свои проблемы криминалом не решаем. Это у вас тут бандитский Петербург. Ладно, ладно, не кипятись. Потерпи. А помнишь, как ты мне на коленку дул? Помню. Я тоже помню. Каждый день с тобой помню. Если бы ты знал... Что? Ничего. Пойду что-нибудь приготовлю. Кать, я тоже хочу, чтобы ты знала. Я тоже помню каждый день с тобой. Каждый. А почему ты тогда от отца ушел? Ты даже со мной не попрощался. Потому что не мог. Что не мог? Видеть тебя не мог. Катя, провожать тебя каждый раз. Я жить без тебя не мог. Катерина Анатольевна. Да? Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Виктор, я новый начальник охраны вашего отца. А где Глеб? Уволился месяц назад. Идемте. Потому и ушел. Мне нужно было сохранить себя, семью свою. Сохранил? Ты рассуждал, геройствовал и отдал меня Генке Зосимову. Пойду, кофе сварю. Алло. Алло. Алло, Катюша, это ты? Ты мне звонила? Здравствуйте, Инна Васильевна. Это Катя Мухина. Да, я поняла. С тобой все в порядке? Ты почему трубку не берешь? Простите меня, пожалуйста, просто так много всего навалилось. Мою подругу ночью убили. Я знаю. Мужа ее сейчас допрашивают, а подозревают Глеба. Он куда-то пропал. Глеба подозревают? Да. А ты знаешь, где он? Алло. Алло, Инна, привет. Ну, слава богу, так и думала, что вы вместе. В отеле тебя ждет оперативник. Ястребов уговорил тебя не задерживать, только допросить. Слушай, давай я прямо сейчас приеду? Нет, сидите тихо. Я посоветуюсь с Ястребовым. Что это значит? Я не понимаю, почему тебя подозревают. Девушка! Девушка! Простите, можно с вами познакомиться? А, девушка, можно познакомиться? Человеческое общение.
зачем тебе понадобилась моя сумка? Я тут ни при чем. Это все она. Давай, рассказывай. Что? Все, Геночка. Все как на духу. Зачем вам с Илоной понадобился мой телефон? Мы были у Кулебяки. Продали Илонину инсталляцию. Стали спускаться вниз. Тут выстрел. И она в луже крови. Кто стрелял, я не видел. Мы рванули вниз и... Ужас, Катя, я бежал через 3 ступеньки. Давай, ближе к делу, хорошо? Вот, ну... А в машине Илона придумала позвонить тебе. От лица Нины. Чтобы ты... И просить, чтобы ты приехала. Позвонила со своего телефона. Надеялась, что... Соседи вызовут полицию и... Тебя арестуют. Ты хотел, чтобы меня застали рядом с телом Нины и посадили за ее убийство? Нет, не я, Илона. Так, кто, ты говоришь, тебе приказал телефон забрать? Илона. Илона, координаты есть? Да, в телефоне, сейчас. Опа! Как что? Неожиданно, правда, Гена? Что? Сейчас покажу. Это не мое. Александр Петрович, здрасте. А, здорово. А Глеб не знаете где? Знаю, но не скажу. Ради его же безопасности. Ну, ваша безопасность теперь моя работа. Я же у вас работаю. Молодец, поздравляю. Спасибо. Тогда первым делом мы должны помочь Глебу. Так. Вон, смотри, видишь, там оперативник сидит. Ну? Так вот, они подозревают, что Глеб убил жену начальника таможни. Да вы что? Я ж говорю, не знаю, откуда пистолет. Подбросили. Ты, Ген, вспоминай, иначе тебе пятнашка светит. Почему? Да потому что на нем твои отпечатки пальцев. Ты 100 пудов не отвертишься. Куда ты собрался? Значит, вы не знаете, как он оказался в вашей сумке? Нет. Я, ей-богу, не знаю. И к убийству гражданки Альшевской не имеете никакого отношения? Я никого не убивал. Я вообще здесь ни при чем. Я... Ну, Кать, ну скажи им! Послушайте, я когда Нину привезла домой, и за ней в парадную вошла девушка. Угу. Сможете описать? Все в порядке? Угу. Да нет, темно там было. Но у нее была такая приметная сумка. Ну, как будто бы с чешуйками. И еще в темноте светилась. Стоп. Мне кажется, я видел девушку с такой сумкой. Где? У нас в отеле. Номер 711, если не ошибаюсь. Худенькая такая, черненькая, и сумочка, как вы описали. Ася? Ты что, знаешь ее? Мы с ней встречаемся. Недавно. Она прилетает ко мне на свидание. Она здесь ни при чем. Я вас уверяю, она здесь ни при чем. Ну ты и сволочь. Может, там нет никого? Портье сказал, есть. Может, она в ресторан спустилась? Не думаю. Музыку слышите? В номере она. А что случилось? Я тебе потом объясню. Потом. Слушай, у тебя есть с собой ключ от номера Никаса? Есть. Дай мне, пожалуйста. А что ты собираешься делать? Ну, давай. Подожди, может быть, не надо? Будет скандал. Влад, ты куда? Влад, погоди. Влад. Влад,
куда ты идешь. Асенька! Ты что, не улетела? А почему в таком виде? Будь ты проклят, идиот! Вас зовут Николаева Анастасия Дмитриевна? В каких вы были отношениях с Вадимом Мальшевским? Не в ваших интересах молчать. О, Влад, а вот и хозяин машины, за которой мы гнались. Вас-то мы ждем как раз. Проходите. Присаживайтесь. Сейчас все выясним. Присаживайтесь. На ресепшене его взяли. Так, ну рассказывайте. Извините, как вас, Сергей Сергеевич? Ну что, рассказывайте. Или я начну? Извините, мы пробили номер вашей машины. Вы частный детектив. Берете за любую работу, правильно? Ну, пока ничего криминального за вами не числится. Но это пока. Я никого не убивал. А с чего вы взяли, что речь идет об убийстве? У меня долги, кредиты. В последнее время дела шли очень плохо. Получил заказ через интернет. Заказчика я не знаю. Вы не нервничаете. Все хорошо. Деньги получал здесь, в Англии, на ресепшн. Так. Деньги большие. В чем заключалась ваша работа? Я должен был следить за Ниной Ольшевской. Только следить? Она ест на девчонок. Это не ваших рук дело, да? Заказчик просил припугнуть Нину. Удвоил гонорар. Но я никого не убивал. Так. В ту ночь вы что видели? Простите, Сергей Сергеевич, та девушка стреляла. Она. Я просто хотела, чтобы ему было больно так же, как мне. Он не имел, права так поступить со мной. Как с вещью. Он носил и выбросил. Да что он так? Все-таки Александр Петрович широкой души человек. Ага. Огромнейший. Да. Горячий глинтвейн. А, спасибо. Он нам так помог в этой истории. Ты за рулем. Я за рулем? Да? Слушайте, я вот, кстати, так и историю с Асей до конца и не поняла. У Вадима была любовница, Ася. Дай сюда. Она мечтала стать певицей. Певиц сейчас этих на эстраде, пруд-пруди. Ну, Вадим решил преподнести ее как... Ко мне? Ну, как утонченного мальчика, унисекс. Через год Вадиму надоело это все. Тем более Ася на него начала давить, замуж захотела. И тут он понял, что все еще любит Ниночку. Молодец! Да, и сказал об этом Асе, что все еще любит жену свою. Хороший пес. И хочет к ней вернуться, и Ася решила ему отомстить. Ну, а Генка был идеальным кандидатом для того, чтобы обвинить его в убийстве. А ты как оказался в этой истории? Молодец. А я просто испугал Вадима, Августа Романовича. Естественно, он побежал к своему большому чиновнику, который его посадил на это хлебное место. Большой чиновник наслал на меня амбалов. Ну, амбалы немножко перестарались. Дальше вы знаете, как все было, да? Кстати, Вадим не доехал.
той ночью к Ниночке, потому что должен привести был документы своему большому чиновнику для нашей так и не состоявшейся с ним встречи. Так Вадим же звонил Нине, чтобы предупредить, что не приедет. Как раз тот момент, кажется, когда ты ее обнаружила. Бедный Вадим. А где он сейчас? Уволился. Говорят, уехал за границу. А начальник, который Глеба заказал, снят с должности. Слушай, а Генка-то, кстати, что? Он же хотел квартиру, по-моему, отжать. Александр Петрович дал ему денег и попросил с квартиры съехать. Вы что, в Питере, что ли, остаетесь? Еще чего. Не-не-не-не. Мы остаемся здесь. Навсегда. Да? Да. А вы с нами? А мы. У Лены ребенок в Москве. У нас, в смысле, ребенок в Москве. Съездим и вернемся. Так что все пути ведут обратно в Светлоярск. А ну-ка, друзья мои, марш к столу. Ждем, ждем. Хорошо. Кому как. Я вот лично уже проголодался. Я так проголодалась. А я бы еще воздухом подышала. Как здесь хорошо.